Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о том, как продвигается наша стройка. Перед собой вы видите дом, пока еще в черновом абсолютно варианте, захламленный всякими штуками. Мы будем это все убирать, оставим здесь только штуки всякие, которые нужны для заливки пола и развода всех коммуникаций. Вот это вот мы все вывезем, что-то поднимем на подоконники, что-то на ступеньки, что-то на чердак. У нас здесь находится и ванна, унитазы, раковина мы покупали, шкафчики. Это все нужно освобождать. Сейчас мы спускаемся с вами на первый этаж. Стоит еще металлопрофиль. Много всего ненужного. Здесь вы видите санузел, котельная, небольшая комната напротив. Это гостиная. В гостиной у нас вход на кухню, и также с кухни будет выход во двор. У нас пока все тут так стоит. Поднимаемся на второй этаж. Лестницу мы вынесем. Все готовится под отопление. На втором этаже батареи у нас не будет. Вот уже в комнате утеплитель застелили. Это одна большая комната. Она будет разделяться гардеробной. Вторая комната. Еще ничего пока не сделано. Здесь их штуки. Санузел у нас совместный. Вот тут уже все подвели, под умывальник. Тут будет ванна угловая, вот смеситель, унитаз. Здесь будет змеевик висеть. Теплые полы будут везде, полностью все будет закатано теплым полом. Потом будет заливаться чистовая стяжка. Вот это промежуточный этап. Сейчас посмотрим первый этаж. Итак, спустились мы со второго этажа. Это санузел. Здесь у нас будет рукомойник, тоже маленький угол. Здесь уже провели все, стояк. Направо котельная. Тоже все повесили. Вода, там будет стиральная машина стоять. Так, напротив комната. Здесь уже тоже все застелили. На первом этаже у нас будет три батареи. Вот в этой маленькой комнате. Гостиная одна. Вот она, гостиная, пока завалена утеплителем. И на кухне. И на кухне. Пока здесь все в таком состоянии. Газ мы уже подвели. Тоже уже провели под раковину угловую. И одна батарея. И везде будет тепло. Как вы можете видеть, первый этаж уже закатан, теплый пол. Красота. В котельной уже установили регуляторы. У нас каждая комната будет отключаться отдельно, включаться. Это очень удобно.
поднимаемся на второй этаж. И как вы можете видеть, здесь тоже все уже готово. Теплый пол разведен во все комнаты. В ванной установлены регуляторы. Они потом спрячутся за шкафчик. Каждая комната будет регулироваться отдельно. Можно будет отключать, включать. Это очень удобно. Спасибо за то, что смотрели наше видео. Надеюсь, вам было интересно. В следующем видео я покажу уже результат заливки пола и что мы будем с ним делать, а также расскажу, как мы убирали территорию вокруг дома. Как вы можете видеть, вокруг дома у нас беспорядок. Мы это все уберем. Спасибо всем. До свидания. Буду ждать вас на своем канале.